Доброе утро, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы. Время 15 минут 5 утра, понедельник, 18 мая 2020 года. Ну что, я опять на запасном водоеме, аэродроме, как и вчера. Вчера то дождь, то это. Погода кидает стороны в сторону. Посмотрим, что будет, короче, сегодня. Вот. Как и обещал, всем лично здрасте. Сегодня Матаги 662, сборки Сергея Александровича Жучкова. Леска, полески. Сейчас, секундочку, взял с собой эту катушечку специально. Сейчас скажу, есть небольшой такой леска Дунаев. 50 метров стоит, я тебе вам говорю еще раз, у нас в магазине она порядка 160 рублей. Вот так вот коробочка выглядит. Меня тут вчера спрашивали. Вот с обратной стороны идет шкала. Есть даже 0,05. Вот. Как-то вот так вот. Размеры доступны в миллиметрах. В общем, леска мне понравилась. Сегодня с Матаги попробуем. Вчера еще разбирался, немножко порядок наводил у себя в рыболовных всяких снастях и вещах. Нашел крючки советские еще, отцовские. Вот. И на их базе, совсем мелкие такие, но с длинным цевьем. На их базе немножко поднаделал мормышек 0,3 грамма. Ну вот сейчас я одну поставил. Давайте попробуем. Что, погнали на воду, как говорится. Вот посмотрим. Сегодня ветер опять у нас юго-западный запад. Короче, ветродуй сегодня опять, обещаю. Так что буду ныкаться где-то, что-то. Так, ну что, как всегда, окушок. Первый. О! Ты красавец какой. Давай. Свободен. Так, крючочки прям вот, я не знаю, будет видно. Нет, децельные такие. Вот. Мне вчера кто-то в комментариях там написал, ты типа леску никогда не признаешь. Ребят, ну, во-первых, чисто хочется что-то новенького. Вот у меня в этом году, например, замысел такой, немножко в воблеринную тему углубиться. Я на Алике кое-что еще подзаказал воблерков. Потом хороших, ну, таких, ну, нано, конечно, не такие мелкие воблера, но рабочие, которые именно стоят там по 600, по 800 рублей подзаказал, вот должны привезти мне. Вот. Надоедает мормышник вот как таковой, то есть если постоянно этим заниматься, вот, с моим количеством рыбалок, да, ну как-то это все немножко поджевывается. Поэтому хочется что-то новенького. Поэтому будем экспериментировать. А по поводу лески, ну, я не говорю, что я буду постоянно на это дело ловить, но как эксперимент немножко, несколько рыбалок посвятить именно лесочной теме обыкновенной, я думаю, вполне будет интересно, да и вам будет полезно. То есть, потому что я на нее практически не ловил, опыт у меня минимальный, а тут вот так вот, как бы вместе с вами поучиться половить на леску достаточно будет интересно, я считаю. Так, еще один симпатюк подсел. О, мелкий, мелкий разбойник, беги скорее. Да, не хватает банально тепла. Было бы потеплее, я думаю, рыбка бы поактивнее была. Ну что, по поводу чуйки могу сказать, что очень даже симпатично. То есть вчера как бы немножко я в курс дела вошел с леской. Сегодня уже как бы поклевки различаю. Все приходит с опытом. Так что еще раз вас как бы призываю, не бойтесь вы экспериментировать с мормышингом, с нами, с снастями. Все оно приходит с опытом.
Кому-то интересно так ловить, кто-то там пелагикой, кто-то с касанием дна. Я считаю, что потычка была такая, прям прочувствовал такой тык-тык-тык-тык. Ну да, мотаги 662, есть мотаги 662. Бланк очень чувствительный. Так, ну что, третьего вымучили. Сейчас точечку поменяем маленько. О, дико мелкий окунь пока что. Включусь. Так, ну что, еще один боец мелко жуткообразного типа. Да, крупняк бастует в гневаре полном сегодня. Не хочу, говорит, брать, и не буду. Так, ребят, карась сел. Не глобальный, но сел. Мотышка выручает. Гуляет собака. Хрен подведешь. Видишь, кормиться стал. Вот он, вот он какой. Попробуй его возьми еще. Выйти, засранец. Есть. Есть, ребят, карась. Охо. Ну, вот такой красавец. Сейчас мы его интеллигентно отцепим. О, все. Фу. Ну вот, вот такой лапоть. Хороший карасик, а. Вот это вот. Ради таких моментов и ловим рыбу. Так, отпустим дядю. Давай. Хоп. Спасибо за поклевочку тебе. Фух, включусь. Так, ну что, я сменил место дислокации, так сказать. Ну, что-то как-то... О! Мелко страшно и ужасно пока. Ёлки зеленые. Да, он что-то как-то не очень сегодня склёван-то. Вообще не очень. Я вот даже как-то даже не знаю, что и сказать-то. Рыб-то клевать не хочет. Какие-то поклевки одинокие такие. То там, то тут.
Где дико окунь? Грамм на цать. Так, ну что, еще один разбойнец. Короче, сейчас будем менять гнев на милость. Хочу кардинально сменить снасть. Не знаю, что получится из этого. Но кто не пробует, как говорится, тот не пьет шампанского. И не шуршит королеву. Так, ну что, братцы, рвать? Ну, все затянуло. Поход делал дождик, собирается. Сменил я кардинально все. О. В общем, поставил я на нафил 002. Поставил я фарио Морум S 2018 года. И продолжаю рыбачить. Да простят меня гуру мормышингового направления. Вот. Соскучился я и по фарио, и по отдаче. Леска, конечно, говорю, все хорошо, но вот не покидает такое ощущение какого-то самообмана. Дрын-дрын-дрын, дрын-дрын-дрын. Ды-дын, а у тебя там рыба. Да, дождик начинается. Вот поэтому клев и сошел практически на нет. Ребята, у нас дождина начался сильный. Но есть поклевка, я так понимаю, карася хорошего. Я его даже поднять не могу. Фарюша в дугу. Нафил 002, подлесок 008. Приманки Don't Bite. Не знаю, возьму, нет. Что дождь только усиливается. Я сейчас промокну из чертовой матери. Как-то так. Ладно, пока выключусь, камера мокнет. Так, ну что, ребят, давай выловлю. Мормышка 0,4 грамма. Приманка Don't Bite. Вот такой уволень. Как вы видите. Огромный. Фух. Секундочку. Да что у нас фигачит. Идет хорошо. Ну, такой карасище. О, да тяжелый. Подкилошник, если не больше. Вот вам на что фарио способен. Это не морму палка, не морму палка. Ладно, отпускаем друга такого красивого. Давай, пошел. О! Дождик подстих, мальца, но еще не прекратился. По окуню пока бонус. Такой разбойник. Вот еще хочу сказать, да? Там многие мне отписывались, что и палка не та, и ловлю не так, и вес не тот, и, блин, надо уменьшаться. Ребят, вот
ко вчерашнему разговору, если вернуться, если он берет, то он берет. Мормышка 0,4 грамма, крючок какой-то дешманский вообще, я же даже врать не буду, что за крючок. Даже не помню, что-то типа а-ля кобра. Вот вам результат. То есть, если рыба клюет, то она будет брать. Да, согласен, уменьшение веса, наверное, принесло бы какой-то более результат. Но с другой стороны, еще раз говорю. Соблазнительно может быть, но, опять же таки, если рыба берет, то она будет брать. Если рыба валяет дурака, вы хоть 0,2 ставьте, хоть 0,02. Ну, охота вам уклейку ловить, ради бога. Не вопрос. А фарио, я считаю, прекрасная палка. Не только для мормышника, но и для наноджига подойдет. Но, по большей части, я ничего плохого о ней сказать не могу. Ну да, закрываться мы будем окунями. Так, что еще один красотунчик. Отдай, отдай. В общем, вот такой боец. Симпатичный наружности. Да, сейчас бы еще... Опа, солнышко. Было вообще хорошо. Так, дикий хищник очередной, мелкий. Да, крупняк у нас чуть-чуть никак. В себя, что ли, не придет после нереста. Мы пока выгнали. Эх, туча очередная ползет, я так смотрю. Так, ну что, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы. Наверное, все. Сегодня опять тучи. А так как я уже наполовину мокрый, вот, дождина у нас был. Так что буду я потихонечку собираться домой. Ну что, все сами видели. Все сами прекрасно, вернее, увидите. Ну что, рыбалкой доволен. Половил на славу. И карася поймал, и окушков подербанил. Но сегодня без плотвы. С вами был Сашок. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Ставьте, что хотите, короче. Надеюсь, дальше будет еще интереснее. Ждем палочки. Вот. С вами был Сашок. Всем пока. Увидимся на рыбалке.